именно вот с этим фактом вот такого святого проклятия непорочной девы. Но тем не менее, в 1837 году, в 1939 году Константин Штот начинает реализацию проекта в том виде, в котором он был достроен, по-моему, спустя почти 40 лет, да, 44 года заняло строительство, в 60-х годах где-то был реализован основной остов храма, и отделка была завершена в 1883 году, то есть спустя практически 44 года. Но вы знаете, что в 1922 году Кирову на съезде КПСС вообще возникла идея, вот на этом съезде, вообще идея Советского Союза, она возникла не сразу. Так вот, одновременно в голове вот этих вот, значит, мыслителей, так сказать, созревает мысль построить самое большое здание в мире, на вершине которого последняя республика мира будет принята. То есть вообще была идея, что весь мир будет Советским Союзом. И последняя маленькая страна будет принята на его вершине в голове вождя. А вы помните, да, что здание... Вообще тут надо поговорить о конкурсе, конечно. Интересно, что конкурс состоялся до взрыва храма Христа Спасителя. Конкурс начался 18 июня 1931 года, и только 5 декабря страшные взрывы прогремели и изуродовали Москву. Но, и вот вы видите чудовищные совершенно кадры, убранство, да? Но проект было уже не остановить. 270 участников со всего мира, из них архитектор даже из США, один архитектор из Италии и лекарь Бюзье, в общем-то, скрестили свои шпаги в этом конкурсе, и уже указом Верховного Совета было принято, приказано принять проект господина товарища Иофана. Вот позже, но идея звучала так. Принять проект Иофана, поставить на него 100-метровую статую Ленина и использовать при строительстве лучшие части остальных участников конкурса. То есть сделать величайший такой фьюжн проект тысячелетия, сделать все лучшее из всех. Иофан был против установки статуи на вершину, его это оскорбило как архитектор, потому что Меркулов изваял Ленина, и его роль здесь была похожа на всего лишь архитектора пьедестала. То есть он человек был очень, видимо, амбициозный, ему предлагают 400 метров самое высокое здание в мире, его это обижает. Вот. Но когда тут уже собрались Меркуль, Сталин, тут все собрались, здесь Луначарский присоединился, и когда они уже на съезде вынесли, уже все это закрепили, и Афану не только пришлось повиноваться, ему еще дали в догрузку Гильфрейха, который тоже участвовал, чтобы он помогал, и Щупов. И сегодня это три автора, да, этого окончательной версии проекта. Так вот, друзья, в чем была вообще концепция, потрясающая совершенно концепция. Здание имело фундамент и диаметр, по-моему, 230 метров в диаметре, высота 416 метров, то есть это на тот момент было самое высокое, в общем-то, здание в мире, хотя, по-моему, Empire State Building вот-вот должен был быть построен, по-моему, построен в 1931 году, я обогнал Chrysler Building, но это не важно, тут важно было то, что статуя Ленина должна была поворачиваться. Как утаплена, да? Причем она должна была поворачиваться со скоростью 1 оборот в сутки, чтобы рука Ленина постоянно указывала на солнце. Вот это основная, центральная концепция. Видите, что такое архитектура, да? Это, вообще говоря, высшее вообще искусство. И вот одна из
отмывок таких вот интересных подач. Ну, из безумий то, что, значит, фундамент, по-моему, там 14-метровая лента колоссальная, вот что, были сделаны несколько десятков скважин, пробурены на глубину 60 метров, была сделана геология, и выявилось, друзья, что под основанием будущего дворца, так сказать, вот, подтверждают проведение, там скала. То есть на некоторой глубине там была скала, что, в общем-то, было хорошо. Это было как добрый знак расценено. И надо сказать, что в 1941 году вот фундамент колоссальный совершенно в разрезе, его трудно понять. Вот, к 1941 году было построено 7 этажей, первые 7 этажей, собранные в металлокаркасе. И в первый же год, друзья, эти металлические конструкции, каркасы фундаментов были демонтированы и в очередной раз спасли Москву. Из них были сделаны противотанковые ежи из всего здания. Поэтому после войны, в общем-то, уже не было какого-то... Вот, почему строительство не возобновилось? Наверное, не было сил, не было стали, не было денег, чтобы это строительство запустить. Но интересно, что в 1947 году, вот тут параллельно некоторые с накладкой другие события, возникает, друзья, следующий суперпроект, который, ну, не то что затмил хотя бы тем, что он частично был реализован. Это проект строительства по одной версии 8, а по другой даже 10 высотных зданий Москвы. Дело в том, что 1947 год – это 800 лет, это юбилей Москвы, и мы должны немножечко сейчас переместить дальше. Вот, и это культовая, конечно, дата. И вот одним из домов, которые нам удалось вот с Кириллом Владимировичем недавно посетить несколько раз, такую архитектуру нельзя за один раз даже понять и охватить, надо в ней пожить, и тогда вы почувствуйте вообще, что это такое. Это, например, дом на Кудринской набережной. Вот, посмотрите, одно из 7 реализованных зданий Москвы. Мы с Кириллом Владимировичем проживали там некоторое время, чтобы понять эту архитектуру, почувствовать ее. Потому что то, что вы стоите рядом, вы не ощущаете вот тот пафос и эту энергетику империи, да, которая вложена. Смотрите, какие интерьеры. Это лифтовой холл, фойе, оригинальные люстры, капители, колонны высотой 2 метра и диаметром метр или полтора. Колоссальные совершенно витражи, светильники, вполне ампирные, окна розы, даже где-то восходящие готики. Невероятная сохранность. Я бы сказал, что дом на Кудринской сохранился в деталях. Это интерьер, двери, лестницы, перила. Все сохранено, друзья. Все из родного дуба. И вот есть, Кирилл Владимирович любит на своих экскурсиях рассказывать, что вот глыбы, из которых сложен аттик, то есть стеллаба здания, это трофейные немецкая скала, привезенные из Германии после войны. Друзья, вот интерьеры, вот эти двери родные зеркала, вся профилировка, это невероятно, друзья. Это просто шокирует. Вот эти вид из вот дома на Кудринской, нам посчастливилось вот жить буквально по центру, в башне. Совершенно случайно нашли небольшую квартиру. Ну, там буквально 100 метров. Двушка. Двушечка, тесновато. Вы должны это почувствовать. Друзья, все, понимаете, все сохранено, и это удивительное погружение в эпоху. Вы как в машине времени вообще переносите, потому что там ничто не указывает. Ну и, конечно, не менее интересно.
интересным является еще одно здание. Но я хотел сказать про Ленина, что до сих пор есть две легенды по Ленинских зданиям. По одной из них это по одному зданию за каждые 100 лет истории. Но есть еще одна таинственная такая, гипотеза, что вообще задумывалось 10 зданий Москвы в честь 10 величайших побед Красной Армии над фашизмом. И вот, но самое поразительное, несколько, 10 и 10. Друзья, в плане они должны составлять пятиконечную звезду. Это можно проверить, друзья. Воткните 7.